Всем привет из зимнего Батуми. Мы, как обычно, отправляемся на прогулку, будем пить кофе и гулять. Так, я пришла опять в этот магазинчик. Я зашла в Рина Кофе, это одна из лучших кофеен в Батуми. Большой выбор кофейных напитков, также разнообразные десерты, ну и приятная атмосфера. Раз в полгода я себе позволяю съесть зефирку и как раз их здесь покупаю. Но, к сожалению, в магазине я ничего не купила, потому что нового ничего не завезли. Идем гулять дальше. Ребят, если знаете, где в Батуми химчистка, напишите. Хочу пальто отдать, чтобы почистили. Ребят, пишите, что бы вам было интересно посмотреть в Батуми, ну, кроме недвижимости. Недвижимостью мы не занимаемся, не снимаем и не показываем. Хотя запросов много поступает. Ну и по ценам на ремонт это все коллегу. Все его контакты внизу под роликом. Я на такие вопросы не отвечаю, мне по поводу ремонта можно даже не писать. Желтая листва. Ну, хотя бы нет дождя у нас сегодня, это уже радует. Самый красивый фонтан в Батуми, но это на мой взгляд, мне кажется, он просто потрясающий. Посмотрите, какая красота. У нас начинается дождик, и я как раз нахожусь у Государственного музея искусств Аджари, поэтому решила зайти, вход стоит 3 лари. Покажу вам немного картин, все, конечно, не буду показывать, чтобы вы не уснули от скуки, но немного покажу. Картина Нико Пиросмани, мне кажется, это самая популярная картина в этом музее. Музей очень маленький, 30 минут будет достаточно, чтобы все посмотреть. На первом этаже экспозиция постоянно обновляется. Само здание музея очень красивое, с колоннами. Посмотрите, какой красивый потолок. Такая статная дама. 1964 год. Мне еще очень вот эта картина понравилась. Старый Тбилиси. Покажу вам еще одну картину. Вот такая красивая женщина. В музее я была одна, посетителей вообще никого не было. Рядом с музеем есть красивый фонтан, здесь много деталей, его тоже можно рассматривать. Здесь есть также кафе. Ну а мы с вами идем на набережную и продолжаем нашу прогулку. А это любимое место Олега Леонтьевича, он здесь очень любит сидеть, когда жара, здесь всегда тенек. И вот мы сюда приходим, садимся и наслаждаемся прекрасной погодой. Сейчас я вам еще покажу певцов, где-то они здесь катаются и так громко поют на всю набережную. В общем, сейчас, если удастся, я вам покажу. Yeah.
И вот так сегодня выглядит море, совершенно спокойно после шторма. Одно удовольствие гулять. По моим наблюдениям, могу сказать, что туристов немного, но они есть. Если не смотреть на календарь, то даже и не скажешь, что у нас декабрь. Алинино. Мои любимые высокие пальмы. В общем, купила много-много всего для тела, для лица. Новый магазин открылся у нас. И купила Олеже попробовать камбучу наподобие чайного гриба. Иду домой через зоопарк, через парк 6 мая, там находится бесплатный зоопарк. Ну а вечером мы решили с девочками пойти в паб, мужчины остаются дома, а мы пойдем гулять. Паб неплохой, ссылочку оставлю внизу под роликом, уютный, хорошие цены –